Спасибо большое, что вы сегодня были все с нами. Наверное, вы удивлены результатом, глядя на своих друзей, возможно, детей. Мы очень признательны вам, что в такое непростое время вы все-таки не побоялись, что вы сегодня с нами. У нас было много препятствий на пути к этому фенологу. Но все же он должен был состояться, потому что это такая важная, неотъемлемая точка, когда вот вся эта красота, каждый из вас окунулся вот в эту атмосферу, почувствовал вот эту публику, почувствовал вашу энергию, ваше неравнодушие. Для нас это было невероятно важно, как для организаторов, так и для участников. Когда было начало, вы не представляете, как они волновались. Вы прекрасно знаете, что каждый из ваших детей, наверняка, был на сцене, кто-то занимался спортом, танцами и так далее. Испытаний было множество, но тем не менее, то, что происходило здесь, это что-то новое, это волшебство, это что-то необычное. Я понимаю, что даже для вас, вот находясь на территории этого безумного пространства, этой фабрики, да, вот вы хотели окунуться в эту атмосферу, урбанистическую, да, нестандартную, неприлизанную, чтобы именно вы почувствовали, как эта атмосфера вот этого фэшена, вот этого закулисья, вот этого бэкстейжа, как она захватывает, как она затягивает, как вот это творчество, ну, не оставляет его. У меня вчера у сына было 13 лет. Я вот хочу сказать, я ему говорю, и говорю вам, ищите призвание, ищите работу, призвание найдите. Найдите то, чего вам захочется в 5-6 утра встать, с эмоциями, с обилием энергии и бежать вперед. Я благодарна нереально всей молодой нашей команде, каждой из вас, Катюши сплошные, Натали, Машуня, которые стали просто сейчас на образу. Ваша энергия нас заряжает, ваше мастерство, ваш профессионализм, это все действующие специалисты. Стилисты, психологи, фотографы, модели, которые просто горячий цех, которые вот, пока не началось, да, вот это все, вся ситуация в нашей стране, да, приезжают из-за границы, приезжают из столицы, приезжают со съемок, они все привозят нам сюда и нам показывают, что происходит на самом деле в этой профессии. Как бы ни казалось, но все-таки в Украине, в России, в Беларуси, все эти страны все равно фэшн, еще вот только на зачатке, совсем зачатке. Можно сказать, что мы его растим, мы его делаем. Производителей становится огромное количество, большое количество дизайнеров. Все хотят развиваться, все хотят делать красоту. И мы бесконечно признательны ребятам-дизайнерам, которые предоставили нам вот эту всю красоту. Это также очень непросто. Машуня, огромное тебе спасибо, что ты подключила таких, правда, талантливых ребят, которые помогли нам вот создать все это вместе. Ищите призвание, будьте успешными. Знайте, что там, где страшно, там ваша цель. Идите туда и не бойтесь. Очень желаю вам побед. Я надеюсь, что мы посодействуем в этом на все 100%, насколько мы можем. Всем здравствуйте. Я буду дрожать голос, ножки, ручки. Но я очень рада, что мы все сегодня здесь наконец-то собрались. И то, какие они сегодня были классные, это было круто. Я и плакала, и смеялась, и кричала, но мы вырастили этих людей, моделей. И я хочу сейчас каждому дать заслуженный сертификат. Да. Лена Паршикова. Награждаем Отмен Кайда. Марине Кондрова. Денис Колесник. София Носова.
Ростислав Сорокотяга. Полина Тодуа. Лиза Горина. Лиза Коваль. Ты большая молодец вообще. Ты выросла очень сильно, правда. София Ткаченко. Анна Ивченко. Соня Лужецкая. Даня Берецкий. Спасибо вам. Анна Давыдова. Ника Рябаконова. Лёшечка. Алексей Серяк. Да. Натали Нескромная. Самая нескромная. Да. Даша Вармянская. Эвелина Сорокотяга. Эвелина Захарова.